Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы играем в игру под названием Сиреноголовый. Так, мы очутились в этом доме. Так, это первая игра, ребят, поэтому я, может быть, что-то немножечко не буду знать. Если что, вы мне пишите в комментарии подсказки, что делать. Так, вижу дом. Вижу яблочки. А как эти яблочки брать? Что-то я не понимаю. Получается. Так, это что, у нас фонарик? А, батареек нету. Кто-то сзади кто-то стоит, разговаривает. Что-то я не понять не могу. А, вон он, сиреноголовый, кстати. Алло. Так, а ну-ка. Давайте подойдем к нему. Посмотрим, что он сейчас делает. Убьет, не убьет. Блин. Сейчас мы его... Опа! И что, номер нет? О, нет. Он начал жужжать. Но до меня он не идет, слушай, да? На тебе, гад. А, нет, он идет ко мне. Ай-яй-яй. На тебе. Мы его оглушили, ребят, поэтому сейчас попробуем убежать отсюда. Быстрее, быстрее убегаем. Здоровье 88%. Блин, он меня ударил, короче, прикинь. Так, убегаем. Подаль. Смотри, тут пожар идет. Че это такое вообще? Инопланетянская какая-то. Космический корабль. Так, ладно, убежали от него, да? А, пойду-ка я там яблочки поем. У меня же там яблочки были. Где-то. Где домик, слушай мой, а? Где-то он тут рядышком. Блин, а он еще и бежать долго не может, да, я так понял? Так, опять эти звуки сиреноголового. Ну, а, вот домик. Но рядом его не было. Так, вот они, яблочки. Теперь я смогу их есть, я думаю. Как они берутся? Нет. А, тут можно еще оружие менять. Так, не знаю, яблоки я не могу брать. Только если стрелять в них. Так, ну тут сиреноголового рядышком нет. Ладно, знаешь, что получается мы? Давай немножечко походим и изучим местность. 8 патрончиков у меня остается. Так, идем посмотрим. Здесь как бы логово сиреноголового получается, да? Текс. Сейчас сюда зайдем. Ага. Где-то он здесь, значит, ходит. А тут что у нас? Ограждение, забор какой-то. Так, ну, как бы я... Что я тут должен искать вообще? Так, нету его, да? Можно спокойно тут идти. Я его вроде бы не вижу. Он же высокий, высокого роста. Идем дальше. По тропинке. Так, ну, в принципе, карта небольшая, поэтому... Как бы сложностей здесь я не вижу. Вот он, космический корабль получается, да? Мы его плохо посмотрели, кстати, этот космический корабль. Так, слышу сирену.
А куда он исчез? Этот сиреноголовый-то, а? Тут типа инопланетяне разговаривают или что? Ладненько. Так, а где мы еще не были? Мы здесь еще не ходили, а здесь ничего нету интересного, да? Так. Ладно, идем. Опять, может быть, что-то мы в доме забыли. А вот еще тропинка какая-то наверх идет. Так, ну такие звуки, что где-то рядом сиреноголовый. Так, вот тропинка. Ну, она уходит вверх, но почему-то я наверх-то и не могу забраться. Я там какие-то огоньки видел. Давай сюда пойдем. А, это не огоньки. О, вот он, сиреноголовый. Это речка так светится. На тебе, гад. А, может, надо ему прям в сирену стрельнуть. Сейчас я ему тогда попробую стрельнуть прям в сирену его. Во-во-во-во-во-во. На, отбил. Гад. Попал. Еще. Убил. Ранил. Так, все. Фонарик только, да, есть. А, вот еще пистолетик. Ну, в принципе, я фонариком буду светить. Может его обслепить этим фонарем? Ослепить, то есть. Интересно, что будет. Иди сюда, гад. Ты меня видишь вообще, нет? Алло. Иди сюда. Так, а ну-ка, если я сюда залезу? Смотри, я прям на не... я прям вообще рядом стою. Куда он пошел? Он там что-то считает. Считалочки какие-то считает. На тебе. Опа. Опа. Смогу я его... Нет, он получается, он никак не умирает, что ли, или что? Так, меняем оружие. Все, он меня убил, что ли, или что получается? Ну что ж, ладненько, пишите, короче, в комментариях, как вы играете в эту игру, и я буду дальше играть в нее тогда.